жарился хлебушек. Вот так можно надавить чеснок. Котик пришел. Я нарезала огурчики. Тоже уже подготовила. На окне уже у меня котик. Тоже хочет шпроты. Хлеб обжариваем с двух сторон на небольшом количестве масла. Потом выкладываем на бумажное полотенце, чтобы лишний жир ушел. Шпроты у меня крупные, рижские, красивые. Берем кусочек хлеба, на него тщательно так замазываем чеснок, прям его так размазываем. Желательно делать, пока хлебушек еще теплый, потому что тогда чесночок отдает свой весь аромат, будет еще вкуснее. Выкладываем шпроты и сюда же соленый огурчик. Все, бутерброд готов. Вы, если попробуете, вы обязательно меня вспомните. Это самый простой и самый вкусный бутерброд с шпротами. Это самая быстрая, самая классная закуска на любой праздник и не только. Ну, посмотрите на этот бутерброд. Это ж песня.